Напишем соединение буквы З с буквой А. За. Обратите внимание, нижний элемент буквы З до примерно середины следующей рабочей строки. Написали букву З и движение руки вниз. За. З. И движение руки вниз. За. З. За. Расстояние между буквами одинаковое. Буквы ровные. За. Теперь напишем слова. Зажим. Зажим. Букву И написали и движение руки вниз. М. Зажим. Запад. За. Пад. Засов. За. Со. И верхним соединением присоединяем букву В. Засов. Далее. Следующее слово. Фа. Зан. Фа. Зан. Фазан. Напишем соединение буквы З с буквой Г. З. Г. З. Г. Не торопимся, пишем красиво и правильно. З. Г. Буква З и буква Г. Разгар. Ра. З. Га. Р. Мелюзга. Ме. Л. Лю. Верхним соединением буква Ю присоединяется буква З. Мелюзга. Обратите внимание, что две буквы Л. Мелюзга. Изгородь. Из. Го. Верхним соединением буква О с буквой Р. Изго. Ро. Верхним соединением буква О с буквой Д. Изгоро. Д. Изгородь. Мозг. Мо. И верхним соединением буква с буквой З. Мозг. Если вы не знаете значение какого-то слова, то нужно найти его в толковом словаре или спросить у взрослых, или воспользоваться
интернетом значение слова.